Да, слышите? Мы рады всех вас приветствовать, и мы тоже готовы поделиться с вами нашей металлургической энергией. И сейчас хотим сказать, что Мариуполь, вы сегодня большие молодцы. Мариуполь, вам слово. Спасибо огромное, и весь Мариуполь отвечает вам громкими аплодисментами. Заморожье, Кривой Рог, спасибо огромное. Да, это действительно так, ведь прямо сейчас за моей спиной проходит парад профессии металлургов, который собрал в стройные ряды свыше 700 сотрудников предприятий группы Мединвест. Давайте поприветствуем участников парада! Парад проходит под главными лозунгами, которые исходят из глубины наших сердец. Потому что сейчас настало наше время. Время сильных людей. И для приветственной речи позвольте предоставить слово директору металлургического дивизиона группы Мединвест Александру Владимировичу Погожеву. Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер, Мариуполь. Добрый вечер, Кривой Рог. Добрый вечер, Запорожье. Сегодня мы отмечаем наш профессиональный праздник. Праздник горняка, праздник металлурга. Праздник настоящей профессии и праздник настоящих людей. Настоящей профессии, потому что мы производим не мыльные пузыри, а реальные продукты. А настоящих людей, потому что мы работаем не благодаря счастливому стечению обстоятельств, а зачастую вопреки всем обстоятельствам. Год, прошедший с прошлого праздника, был сложный. Мы работали с ограничением по сырью, мы работали с разбитой инфраструктурой, мы останавливали и запускали агрегаты, мы перестраивали и подстраивали наши технологии, но мы справились. Конечно, мы справились благодаря коллективам предприятий, благодаря вашему коллеге профессионализму, вашему мужеству и вашей стойкости. И сегодня я хочу поблагодарить всех вас. Спасибо за стойкость, спасибо за то, что вы отстояли наши предприятия, наши города. Я желаю вам здоровья, я желаю благополучия и процветания вашим семьям. И пусть всем нам немножко улыбнется удача. С праздником вас, коллеги! Спасибо огромное!